конечно, нужно развивать и вкладываться в тех технологии, которые продляют человеку жизнь. Еще 100 лет назад, 50 лет это была старость, 60 лет глубокая старость. Вот мне сегодня 65, а я себя чувствую в середине жизни, понимаете? Поэтому я бесконечно благодарна и ученым, и медикам, которые дали нам возможность прожить интересную жизнь. Вопрос даже не в длительности жизни, а в ее качестве, в том, чтобы эта жизнь была насыщенная, интересная. Поэтому я с удовольствием живу и хотела бы пожить еще подольше. Ну и проблема бессмертия – это такой вечный философский вопрос фаустовского уровня. Думаю, что все, что рождается, оно все когда-нибудь умирает, кроме души. Если речь идет о бессмертии тела, то думаю, что это недостижимо. А бессмертие души, возможно, и достижимо, потому что сегодня речь идет об искусственном интеллекте, а может быть, о сращивании естественного интеллекта с искусственным интеллектом. И вот эта тема чрезвычайно интересна.